Приветствую вас, дорогие друзья Ведизма! Сегодня я расскажу о двух интересных персонажах, которые родились очень необычно, а именно из ушной серы бога Вишну. О таком рождении я еще вам пока не рассказывала, и это будет особенно интересно. Учитывая тот факт, что бог Вишну и его супруга богиня Лакшми в своих трансцендентных образах вообще не имеют детей, живорожденных из лона матери Лакшми. Да, конечно, все существа во Вселенной являются детьми этих божеств, которые поддерживают мироздание. То есть, как вы знаете, Вишну – это бог, вседержитель мира, и богиня Лакшми – богиня удачи, богатства и процветания, которая сопровождает поддержание Вселенной, которое совершает Вишну. Так вот, в их трансцендентных телах, в их мирах, они не имеют своих собственных детей, рожденных из лона. Но это не значит, что у них вообще нет детей. Ну, на всякий случай, чтобы вы не перепутали, да, например, богиня Лакшми, она воплощалась на Земле как аватар супруги или спутницы жизни аватара Вишну, например. Все мы знаем историю Рамаяны, когда бог Вишну воплотился в аватаре Раме, и его супругой была божественная Сита. Так вот, у Ситы с Рамой у них были дети. Они были рождены из лона Ситы во время их пребывания на Земле во времена Рамаяны. Но мы сейчас говорим не об аватарах этих богов, а о детях исключительно Вишну, которые родились из его ушной серы.